Если вы, друзья, смотрели фильм про Гарри Поттера, вот, то вы не удивитесь, вот, что парни летают на метлах. А летают они на метлах в парке, о котором наш сюжет. Это называется Рэнгстерф парк. Это в городе Маунтин Вью. Вот с той стороны проходит железная дорога. И мы как бы в такой, ну я не скажу, что в полосе отчуждения, но вроде как. Вроде как. Сегодня субботний день, тут много народу. И вот кроме этих вот на метлах, мы и всех остальных тоже посмотрим. В парке много, очень много всякой всячины. Тут и для детишек, и для взрослых площадочки детские. И на самом деле здесь вот такие дорожки асфальтовые, вот такие, по которым можно кататься на роликах, на велосипеде с детками. Поэтому мы на самом деле пришли. О! В Рэнгстерф парке, друзья, можно встретить самых неожиданных людей, самым неожиданным образом. Вот это наша дальняя родственница. Она в Америке все дальние родственники становятся совсем близкими. Это зовут Таня. Таня у нас училась даже когда-то на тестера, но потом ушла обратно в медсестринский бизнес. Да. Да? Да, покатились. Было дело. Не тянет больше тестировать-то? На самом деле, без компьютеров сейчас ни в какой системе фактически невозможно. Поэтому бэкграунд, который получился в компьютерной школе, дал продвинуться в медицинской диагностике. Вот так. А вы так что теперь диагностируете? Ну да, в медицинской диагностике. На самом деле, траблшутинг. Пока все открывают IT-чики, Таня уже все починила, все наладила, все пошло работать. Вот так. Вы как там... Танин папа поживает в Херсоне, он жил, да? Да, да. Папа хорошо, мама приезжала на 6 месяцев, уехала. Как она улыбается, хорошо. Тут маленькая Ляля улыбается. Да, так что все хорошо, жизнь идет. Родители там, мы здесь. Вот этот 4-летний великан, как тебя зовут, скажи? Как тебя зовут? Саша, да? Да. А что-то не разговорчивый или смущается? Смущается. А это еще больший великан, муж Тани. Привет, меня зовут Дима. Дима. Дима работает, осознавайся. Federal Protective Service. Да. Я помню время, когда вот, не знаю, если ты сейчас там работаешь или нет, вот когда в иммиграционном этом. Правда, да? Вот, некоторые говорили там, вот я пошел получать Social Security, а там вот был человек, он вас знает там. То есть ты сейчас уже не там, где Social Security, а там, где иммиграционные. Но ведут себя хорошо иммигранты, не обижает никто. Обязательно. А? Да? Да. Нет такого, чтобы с ножиком ходили или там с гранатой? Разно бывает. То есть есть-то? Есть. Да, гранат дело не выходило. Так, но ножики, я помню, были там какие-то. Чуть-чуть есть. Я, друзья, Дима, пытаюсь понять, Дима, какой наш родственник, понимаю так, что его родная сестра замужем за моим двоюродным братом. Вот, поэтому мы такие... Ну, это надо уметь встретить тут... Нет, ну я так просто, так вот я рассказываю, что в парке можно встретить много разных людей. Можно. Вообще, Рэнгстерф парк такое место, что как начнешь встречаться с соотечественниками, их еще и еще прибывает. Вот у нас еще одна соотечественница, она даже у нас училась. Да. А работаете сейчас тестером? Нет, сейчас воспитываю ребенка. Годовалого, Лялечку. Да. Но вы вернетесь в профессию-то? Надеюсь. Вам нравится? Да, очень. Вы, по-моему, из Ташкента были, да? Я из Киргизии. Из Киргизии. Ну, то есть из тех краев. Из тех краев, да. Ну, уже прижились, уже 3 года, уже забыли даже, откуда мы, это бывает, говоря. Это бывает. Вы обамериканились. Ну, не сказать обамериканились, что-то между. Ну, то есть, как сказать, адаптировались. Да. Ну, хорошо. Увидев эту почти космическую конструкцию, друзья, вы можете спросить себя, что это? Неужели оно сейчас взлетит? Но оно не будет взлетать. Это мусорный бак. Да. Такой, как бы, 21 век. Вот такой серьезный мусорный бак. Вот этому дубу, друзья, калифорнийскому, тут говорят лет 200. Но только последние годы из этих 200 он стоит в центре вот этой площадки, где гуляют, выпивают, торжествуют местные жители. Можно снять площадочку, видите, она забором обнесена, если площадочку занять или там несколько столиков забронировать надо в администрации парка, то
это за вами будет. Но летом это сложно сделать. В такое время, как сейчас, я думаю, может быть, даже вообще резервировать ничего не надо. Можно так прийти. А это, друзья, наша внучка Саша, которая вот тут на велосипеде, можно сказать, катается и кушает. Что это, Сашенька, такое ты кушаешь? Сложно сказать. Ну, кушай пока, не говори ничего. А покажи нам этот барчик, этот кэнди-бар. Вот. Ну, вкусный хоть, головой так, скажи. Вкусный кэнди-бар. Тебе нравится этот парк? Так, головой говори, не говори ничего, так головой. Нравится парк. Ну, хорошо. Мы продолжаем гулять по парку. И здесь вот волейбольная сеточка натянута. И там баскетбольная корзинка, вот одна, вторая. И тут... Не одна площадка, там вот еще ребята играют. И детки маленькие, и деревья хорошие. Вы не представляете, как тут здорово пахнет. Вот сегодня 10 января. То ли травку подстригали, то ли чего, не могу сказать. Запах изумительный. А вот это футбольное поле. И здесь некоторые просто отдыхают. Что называется, оттягиваются. И вот тут... Заборчик, вы видите, парка. И прямо люди окнами, балконами. Вот у кого-то сюда выходит окошечко. И ребята смотрят на парк. И вот девочку Сашу, которая катается почему-то сразу по травке. Вот то, что вы видите здесь, тоже в парке, часть территории парка, это государственный такой субсидированный детский сад. Я не уверен, всех ли туда берут. Не всех берут, но вот он есть, и он на самом деле раньше был доступен для публики. Вот эта площадка, раньше мог каждый зайти и тут поиграть, а сейчас не знаю, но никого там нет. Я вижу, что так public access permitted weekdays, значит, в будние дни после 6:30 и да, он weekends тоже, видите, значит, то есть, по идее, это все должно быть доступно публике, но никого там пока нет, и как зайти, непонятно. Вот тут у нас народ у стеночки тренируется, и это не случайное совпадение, потому что вон там, то, что мы видим тут из-за солнышка, это теннисные корты. Костер. Ну-ка, пошли смотреть. Да, это похоже на колизей. Маленький. Маленький такой колизейчик. Можно жечь костерчик. Но тут я бы сказал, что для большого количества публики. И там сцена даже есть, смотри, такая. Да, ты знаешь, импровизированная. Здесь иногда приходит огромная группа китайцев стареньких, бабушек, дедушек, и они делают, ну, или какие-то там тайчи. Да, зарядку свою. Да, классно, с мечами, красными лентами. Ага. Красиво. Впечатляет. Музыку включает. Да. А вон там как раз вот теннисные корты. Бесплатные они или как? Бесплатно. Бесплатно. Приходи со своей ракеткой и играй. Тут есть бесплатно, там есть Mountain View Tennis Club, который здесь, в Cuesta Park, в одном парке. Пушенька, нам не нужно. Вот еще площадочка. Саша, хозяйственный парень, ему бы в лес. Он бы дрова собрал и сделал костер. А здесь ему не разрешают костры жечь. Это Google Shopping, слушай, живой delivery. Да. Ну и, конечно, друзья, какой калифорнийский парк может обойтись без бассейна? Тут не просто бассейн в Рэнгстов парке, тут еще вот это вот желтое с синим. Я думаю, вы догадываетесь, для чего это нужно. По лесенке забрался наверх. И потом по синей этой трубе, по желобу, вот этому спустился вниз и в воду. Бабах. Так что вот все развлечения.